Мы сейчас с вами в палате реанимации, где лежат недоношенные дети. И здесь у нас находится 4 места для маленьких детей, 4 инкубатора. Это вот самая современная техника, которая появилась у нас в России. Нам мамы могут приходить круглосуточно, то есть 24/7, любой день. То есть даже если они вот только что родили, если они в состоянии встать и передвигаться, то они могут сразу же прийти к нам, соответственно, быть рядом с ребенком столько, сколько у них будет сил. Вот этот вот инкубатор, он позволяет поддерживать необходимую влажность для ребенка и необходимую температуру. Поэтому, конечно, это надо сказать, что это высокотехнологичный продукт, который позволяет нам выхаживать самых-самых маленьких пациентов. Инкубаторы трансформеры, то есть инкубатор, который может превратиться из маленького бокса для новорожденного с помощью поднятия крыши. Он превращается в открытую реанимационную систему, и мы можем выполнять манипуляции, при этом ребенок останется все равно в тепле. Позволяют выхаживать детей с самыми маленькими массами тела при рождении, там может быть от 400 граммов, то и меньше. У нас вот в таком лежал ребенок 380 граммов. Чем более полновесный ребенок, чем более он зрелый, тем, как правило, меньше ему требуется времени на стабилизацию состояния, на то, чтобы начать дышать самостоятельно, чтобы кушать самостоятельно, и потом перейти уже в палату вместе с мамой. Данный инкубатор может нам установить уровень влажности, он может установить температуру кожи пациента, температуру тела пациента. Мы можем ребенка взвесить, мы можем ребенку создать здесь температуру комфорта. Мы можем построить тренд, то есть динамику веса, потому что здесь есть встроенные весы. Не нужно ребенка вытаскивать из инкубатора, перекладывать на весы. Просто приподнимаешь ребенка, весы калибруются, опускаешь. Вот эти покрывала, они важны, в принципе, для выхаживания недоношенных детей. Находясь в утробе матери, ребенок нуждается в том, чтобы быть защищенным от внешних воздействий. Плюс вот эта вот накидка позволяет нам ребенка несколько ограничить от шума.